Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам представить такую вот видеокарту от компании Asus Radeon R9290. Такая вот коробочка у нас. Внутри коробки, значит, у нас находится еще одна коробочка. Драйвер, диск, книжечка. По быстрой установке. Вряд ли кто ее читает. Переходничок 6-разъемный на 8-разъемный. Ну и сама карта. Сама карточка. Видим, что Grossfire нам уже не нужен. Проводочек. Переключение биоса также есть. Итак, главное отличие новых видеокарт кроется в заметном увеличении вычислительной мощности. И, значит, у нас количество процессоров увеличилось почти в 1,5 раза. Значит, шина памяти у нас расширилась до 512 бит, а объем видеопамяти вырос до 4 гигабайт. Вот. Значит, эта карта поддерживает технологию True Audio от AMD. Это новая технология, благодаря которой нам обещают, что звук в играх сильно преобразится. Ну что, интересно, заманчиво, посмотрим, конечно. Значит, видеокарта оснащена 4 видеовыходами, 2 DVI, 1 HDMI и DisplayPort. Так что с подключением мониторов у вас проблем не будет. Так, что еще мы можем сказать? Ну, система охлаждения, как мы видим, турбина закрытого типа. Поэтому нагретый воздух не будет оставаться у вас внутри системного блока. И что еще? Ну, после 2 часов, естественно, в игры поиграть, поднимется температура. И я думаю, что зимой это актуально. Вот. Что еще, значит? Система питания, значит, у нас 2 разъема. Один 6-контактный и один 8-контактный. Вот, значит.
Длина видеокарты у нас где-то 27-28 сантиметров. На материнской плате, значит, она занимает два слота. Ну что еще? Различия между 290X и 290 просто минимальные. И, как я уже говорил, заключается лишь в урезании мощности видеоадаптера. Количество процессоров просто уменьшилось с 2816 до 2560 штук. А тактовая частота, ну, снизилась с 1000 МГц до 947. Ну, как мы знаем, что почти любая карта может совершенно безболезненно покорить 1000 МГц в разгоне без каких-то либо проблем с охлаждением. Вот. Любителям поэкспериментировать можно поиграться и перепрошить BIOS в 290X. И не надо переплачивать лишние деньги. Вот. Теперь мы перейдем, значит, к тесту. Хотелось бы посмотреть, насколько она греется при полной нагрузке. И сейчас мы вставим ее в компьютер и посмотрим, какая будет у нее температура. Все, переходим, значит, к обзору на компьютер. Произведем тест маленький на температуру видеокарты. Что в этом тесте мы будем делать? Значит, мы будем увеличивать температуру с 80 градусов, то есть с 80% до 90% кулера, и потом поставим скорость на 100% кулера. При этом мы будем наблюдать температуру, как будет повышаться и понижаться температура. Также смотрим тахометр кулера, как будет увеличиваться. Ну, соответственно, мы послушаем, как шумит карта. Ну, хотя у меня тут этот камера, веб-камера, она будет снижать шум, но потом я в конце видео сделаю еще отдельно, как будет шуметь карта, послушайте сами. Просто когда две карты, например, одна карта шумит очень сильно, если две поставить карты, то это будет вообще кошмар. Люди жалуются просто, которые в комнате находятся, на шум. Итак, начнем тест. Значит, сейчас я поставлю 80% и включу нагрузку. И будем наблюдать за температурой. Дальше ничего не буду говорить, смотрите сами. Мы слышим, как температура, то есть шум появился незначительный. Ну как незначительный? Довольно-таки ощутимый. Ну и сейчас дадим нагрузку и дальше ничего не буду говорить, смотрите сами. Наблюдайте за температурой и показаниями остальными.
Вот так вот шумит при полной нагрузке и при 100% кулер. Сейчас мы сбросим и слышите, какое сразу как будет тихо. Вот такая разница, такой шум. Еще раз сделаем 100%. Допустим, 70. Еще больше. 85 91 и 100%. Всем удачи, пока.